Накануне Дня химика на аллее трудовой славы Балаковского филиала АО «Апатит» традиционно появились новые имена. Это 12 лучших сотрудников предприятия, которые были отмечены по итогам своей работы. Многие из них пришли на завод несколько десятков лет назад, сразу после обучения, и остались с предприятием, пережив с ним и трудные годы конца 90-х, и второе рождение начала 2000-х. Слава в городе была об этом заводе как о хорошем предприятии. И поэтому, да, пошли учиться на контролера, чтобы работать именно на этом предприятии. Первый раз пришла в 91. Потом в 97-м был распад завода, а потом опять назад, как только все заработало, с 2002 года здесь, на заводе. В этот знаменательный день рядом с заводчанами их родные, которые радуются трудовым успехам близких. Елена Рычкова, которая проработала на предприятии 18 лет, пришла поддержать супруга Владимира. Его заводской стаж 42 года, и он заслуженно оказался в числе лучших. Очень рад за своего супруга, считаю, что это высокая такая награда, что его отметили. Он всю жизнь здесь с пацанов, после училища пришел сюда работать. Ну вот, до этой должности он доработался. Начальник смены электроцеха Владимир Рычков сам уже обучает молодые кадры. Считается самым опытным работником подразделения. Говорит, что на заводе растет достойная смена. Молодежь сейчас грамотная, с высшим образованием приходит, ответственная. С ним согласен и дежурный слесарь КИП ИА Олег Коневцев. Он уверен, что в коллективе есть много ответственных молодых работников, которым можно доверить предприятие. Достойных много. Молодых тоже ребята соображают в своем деле, учатся. Так что выдвигайте молодежь в следующий раз. Коллектив – это самое ценное на любом предприятии. И директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев поблагодарил работников за то, что они помогают заводу развиваться, выполнять намеченные планы и выпускать качественную продукцию. Церемония поздравления лучших работников предприятия продолжилась в актовом зале, где грамоты и благодарственные письма вручили 43 сотрудникам завода. Начальник отделения производства экстракционной фосфорной кислоты Роман Дорошкевич получил одну из самых почетных наград – звание «Заслуженный работник ФосАгро» с присвоением серебряного знака. Я работаю с 2009 года. Для меня это очень значимое событие, так как награждают меня впервые, тем более такой наградой. Для меня, во-первых, значит, что я работал правильно. Раз такого звания удостоился, значит, где-то я правильно двигался и есть куда дальше стремиться, еще золотой знак. В этом году Балаковский филиал АО «Апатит» отмечает 50-летие. Свой полувековой юбилей завод встречает успехами в производстве. За минувший год предприятие выпустило более 2 миллионов 220 тысяч тонн готовой продукции. В текущем году в планах превысить планку в 2 миллиона 400 тысяч тонн. Крайне приятно находиться в столь здоровом, молодом, энергичном коллективе, который двигает вперед химическую промышленность Саратовской области. Ваше предприятие является залогом и нашей продовольственной безопасности. Мы все понимаем, что без удобрений фактически невозможно достигать тех высоких результатов, которые в том числе получает Саратовская область. Успехи предприятия – это результат слаженной работы коллектива. Уже сегодня перед заводчанами стоят новые, более амбициозные планы по развитию подразделений и расширению номенклатуры. Химики говорят: будем верны себе и общему делу. И с поставленными задачами непременно справимся.